Разрушительный шторм Ирма нанес первый удар. Стихия бушует на острове Барбуда в архипелаге Малых Антильских островов. Скорость ветра приближается к рекордной отметке 300 км в час. Шторму присвоили самую высокую, пятую категорию. Сейчас стихия движется в сторону Пуэрто-Рико, а далее на Доминиканскую республику и Гаити. В выходные Ирма приблизится к американской Флориде. Для США этот ураган станет вторым испытанием за последний месяц. В Техасе до сих пор не могут справиться с последствиями урагана Харви.